Саженцы и инвентарь готовы. Десятки волонтеров приехали в Бурское лесничество, чтобы принять участие в высадке хвойных деревьев. В этом районе лесовосстановление особенно необходимо. Участие в акции принимает и молодежь, и люди старшего возраста. Многие приехали высаживать деревья целыми семьями. Чтобы с детства прививать правильное воспитание, любовь к природе. Ну, мне очень будет приятно, если я приеду через несколько лет на это место и увижу свое дерево. Ко всероссийской акции присоединились волонтеры и активисты «Единой России». В рамках партийного проекта «Чистая страна» акции по посадке деревьев в регионе стартовали в начале апреля и пройдут во всех районах и городских округах Нижегородской области. Как отметил региональный координатор партпроекта «Единой России. Чистая страна», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, в первую очередь деревья будут высажены там, где лес больше всего пострадал от вырубок и пожаров. Этот проект содержит хорошее, доброе начинание, и все больше и больше жителей нашей страны, молодежи особенно, будут участвовать в этом проекте «Чистая страна» и сделать все для того, чтобы сохранить нашу страну чистой, ухоженной, комфортной для наших детей и внуков. В течение года акция пройдет на территории всех районных лесничеств Нижегородской области. За время ее проведения волонтеры высадят почти 800 тысяч новых деревьев. Валерия Стародумова, «Время новостей».